Более 1000 наблюдателей следили за ходом выборов в Сочи на 220 избирательных участках. По традиции, одним из первых на участке в органном зале голосует мэр города вместе с супругой. Сегодня и хорошая погода, и самое главное, у людей хорошее настроение. Действительно, праздничное. Я уверен в том, что люди сделают очень правильный выбор. Выбор, который придаст нашей стране еще больше стабильности, и придаст еще больше уверенности. И, конечно, наша страна будет продвигаться по пути увеличения благосостояния нашего народа, улучшения жизни наших людей, как в принципе оно и происходило до этого. Не отсиживались в предвыборных штабах в единый день голосования и сами кандидаты в депутаты Государственной Думы 7-го созыва. Мы выбираем Государственную Думу сроком на 5 лет. Это, в общем, приличный срок для того, чтобы сделать что-то хорошее для страны. И, конечно же, я благодарен всем, кто пришел сегодня на выборы. Это их право сделать сегодня правильный выбор, потому что городу, конечно, необходим свой представитель Государственной Думы. В этом году, отмечают члены избирательных комиссий, на участках наблюдалось большое количество сочинцев с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них отказались от услуг выездных комиссий. Хорошо, что у нас есть избирательные участки, на которых могут инвалиды на колясках подъехать и проголосовать. То есть проявить свой гражданский долг. Это радует, что не только жители города, но и уже и отдыхающие видят это, что город изменился и продолжает изменяться в лучшую сторону. Я имею в виду в смысле доступности. Безбарьерная среда работает. А вот Елизавета Федоровна Семенова проголосовала дома. 102-летняя сочинка не пропускает ни одни выборы, рассказывают родственники долгожительницы. Она постоянно только дома голосует. По телевизору смотрит, естественно, но интересуется. Естественно, она хочет узнать, что лучше в стране. Будущее своих детей еще до их рождения выбирали и полсотни женщин. Голосование в перинатальном центре – это обычная практика для избирательной комиссии Сочи. Выписать меня до выборов не выписали. Здесь нас пригласили вот в конференц-зал. Сейчас мы подошли. Будем выполнять свой гражданский долг. Раз это в 4 года происходит событие, надо как-то участвовать в судьбе родной страны, которые находятся в данный момент в учреждении, на сегодняшний момент голосуют. Уже на сегодня, на этот момент проголосовало 50%, где-то 26 человек. И в ближайшее время, в течение получаса, проголосуют все остальные. У всех было желание, никто не отказывался. А в этом году все очень позитивно и хорошо. В 61-м избирательном участке, что в Адлерском районе, ко всему прочему, прошли еще и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания края по Олимпийскому округу. Напомню, в ЗСК 5-го созыва на освободившееся одно место баллотировались 5 кандидатов. Да, действительно, избирательная кампания отличается, потому что в Адлерском районе идут до выборы в законодательное собрание края. Поэтому бюллетеней у нас 3, и открепительных удостоверений было 2. Поэтому нам немножко сложнее работать, но мы справимся с задачей. Всех кандидатов мы изучили, мы очень много встречались с ними, было много встреч с кандидатами в депутаты законодательного собрания. Кто заинтересован, все россияне, конечно, могут свободно определиться в своем выборе за любого кандидата, то ли по федерации, то ли за местных, то ли по краю. Так что у всех есть свой выбор. А кто же наши проблемы будет решать, если не наши депутаты? Только на них вся надежда. Выборы есть, конечно, у всех разные, но я, по сути, в принципе, выбрал как бы за Единую Россию. Я всегда голосую за Единую Россию. И всем говорю, что надо голосовать за Единую Россию, потому что мы живем в России. И мы знаем этих людей. На 10 избирательных участках Сочи бюллетени обрабатывал специальный автоматический комплекс, или, как его еще называют, электронная урна. К примеру, на участке 8-й гимназии подсчет голосов производился именно с помощью КАИБов, которые сканируют и распознают бумажные бюллетени. Работу участковой избирательной комиссии завершили на рассвете. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.